В этом видео вы узнаете, когда выйдет 94-я серия турецкого сериала «Чукур» и что будет в этой серии, а также какие перемены нас ждут в новом сезоне. 94-я серия выйдет на экраны Турции 7 сентября. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Как сообщает Бирсен Алтунташ, что Джихангир Джейхан попрощается с сериалом в третьей серии нового сезона. Но не стоит унывать. К актерскому составу сериала присоединится Мустафа Авкиран. По слухам, ему предстоит сыграть самого злостного врага семьи Кочевалы, Джингиза Эрденета. В 94-й серии мы увидим следующую сцену. Я закопаю тебя в этой яме, ямач Кочевалы. Если так легко, то давай, закапывай. Отца не так просто можно забыть, потому что ты смотришь ему в глаза. Любит ли он меня? Доволен ли он мной? Согласен ли он со мной? В детстве ты называешь его героем, в молодости – врагом. Твоя жизнь начинается, когда ты одерживаешь победу над отцом. А точнее, ты так считаешь. Когда ты говоришь, что все закончилось, что ты одержал победу над ним, ты понимаешь, какую подножку тебе подставила жизнь. Сыновья расплачиваются за грехи отцов, но кто расплачивается за грехи сыновей? Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал, а также пишите комментарии. До новых встреч!